Здравствуйте, дорогие и уважаемые телезрители! Если кто-то из вас смотрел последние новости, то вы знаете самую лучшую новость этой недели. А лучшая новость этой недели – это программа «Премьер Парад». То есть самые смешные гэги этой недели. Внимание, внимание, потерялся мальчик Петя. Просто клад, нашедшему законный 25%. Вы, конечно, понимаете, что сейчас речь пойдет о кладах. Многие до сих пор ищут эти злосчастные сокровища Флинта. И поэтому Петру Михайловичу Флинту постоянно приходится вставлять себе в квартиру новые замки. Но лично для меня клад – это женщина, потому что никак не могу ее найти. Хотя где еще искать? Ведь умные люди даже в самых нелепых местах находят то, что так долго ищут. И в подтверждении этого 7-е место премьер-парада. Играть в военные игры. А ведь это так прекрасно. Ну, например, марш-бросок под девизом «По стопам Ивана Сусанина». Или политинформация с пулей на тему «Почему она боится смелого, а штык нет». Или, например, консилиум «Как правильно выполнять команду в женском взводе, равняясь на грудь четвертого бойца». В этом-то и заключается весь смысл военных игр. Но на самом деле самые интересные военные игры проходят там, где есть захватывающая игра Paintball.
Дорогие рыболовы, давайте поговорим о золотой рыбке. Многие неопытные рыбаки считают, что золотая рыбка клюет на золотые кольца и сережки. Это глубокое заблуждение, потому что рыбка – это не женщина. Однако поймать рыбку очень легко, зато заговорить с ней очень сложно. Например, если рыбка не говорит, то есть два варианта. Либо она немая, либо крючок глубоко зацепил ей гланды. Хотя заставить ее заговорить есть несколько способов. Можно пригрозить ей ухой, можно зажать ей ноги в тиски, ну и напоследок можно, в принципе, привязать к ее хвосту консервную банку. В любом случае, для того, чтобы узнать, что же такое на самом деле золотая рыбка и исполнение ее волшебных желаний, я хочу предложить посмотреть вам гэг, который мирно плавает на волнах 5-го места нашего премьер-парада. Yeah.
Как можно помочь человеку, который тонет в море? Кто скажет, надо бросить ему спасательный круг? А кто скажет, надо пристрелить его, чтобы не мучился? А иной скажет, надо подцепить его на гарпун, чтобы зря тело не утонуло. Да, в любом случае, сейчас совершить героический поступок – это проблема. Но вот дельфины, они всегда были готовы помочь человеку, тонущему в море. Но, правда, они все реже и реже делают это, потому что им никто не платит. Да, до героизма сейчас далеко. Но все-таки, если вы решили помочь человеку, то самое главное – запомните – не нервничать и ничего не испортить. Четвертое место премьер-парада. Если хочешь быть здоров, закаляйся, говорили рабочие сталелитейного цеха и прыгали в домны. Но мы в школе закалялись совсем по-другому, да, это было совсем просто, мы выполняли упражнения на координацию. Значит так, берешь бутылку водки, выпиваешь ее и упражняешься. Хотя из-за таких вот упражнений у меня было очень много неприятностей. Например, когда я начал метать копье, все молчали. Когда я начал метать молот, все молчали. Но когда я метнул серп, меня тут же выгнали из партии. Не, сейчас совсем другое время, поэтому я сейчас занимаюсь военно-спортивной игрой пейнтбол. Обучаю молодых. Хотя и здесь у меня не всегда все получается. И это доказывает третье место нашего премьер-парада.
знаете, когда я работал на стройке раньше, мы часто играли в различные детские игры. Например, вышибалы с каменщиками до первой крови. Или слепого кота на стропилах недостроенной крыши без страховки. Или в прятки с крановщиком, когда он, чтобы нас найти, поднимал только что положенные плиты перекрытия. Или, например, знаменитая игра в бутылочку, без которой редко обходится какой рабочий день. И в доказательство этого ГЭК, который находится на почетном втором месте нашего премьер-парада. Что плавание – это рутина. Не согласен. В плавании есть масса развлечений. Ну, например, можно начистить рынду боцману, можно отдать или лучше продать швартовы. Вот еще некоторым нравится затаскивать слепого моряка на мачту и заставлять его кричать: «Я вижу землю!» Да, очень достойное развлечение. Хотя, когда мы ходили в море, у нас были совершенно другие развлечения. И чтобы не обмануть ваши ожидания, я предлагаю посмотреть вам ГЭК, который находится на первом месте нашего премьер-парада.
подошла к концу наша программа. Единственное, что хотелось бы добавить, присылайте свои письма. И бандероли с продуктами. Мы их очень любим читать. Мы не говорим вам прощай, мы говорим вам до свидания. А потому что мы встретимся с вами ровно через неделю в то же время и на том же канале. Пока!